Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики, подписчицы и случайные зрители. Если вы еще не подписались на наш канал, обязательно подписывайтесь. В этом видео мы поговорим про кондиционеры для аквариумной воды от компании Tetra. И начнем мы с кондиционера Easy Balance и Easy Balance Goldfish. Easy Balance, для чего он нужен? В первую очередь для того, чтобы сократить подмены воды в аквариуме. Как говорит сам производитель, при использовании, регулярном использовании, постоянном использовании Easy Balance, подмена воды сокращается от одного раза в неделю до одного раза в 6 месяцев, то есть один раз в полгода. Easy Balance насыщает аквариумную воду витаминами и микроэлементами, уменьшает количество фосфатов и нитритов, что приводит, соответственно, к ослаблению роста нежелательных водорослей. Также стабилизирует pH и KH. В общем, для биологического равновесия в аквариуме необходим Easy Balance. Маленький нюансик. Если вы вдруг сделали подмену воды и хотите, чтобы все было еще круче, еще лучше, еще чище, и заливать туда Easy Balance, будьте готовы к тому, что вода станет мутная. Да и вообще, в принципе, при использовании Easy Balance нужно знать о том, что вода может стать мутной. Особенно часто это происходит, когда вы меняете воду и сразу же заливаете Easy Balance. То есть запускается процесс. Вода становится мутная. Процесс стабилизации, да, запускается. Вода становится мутная, рыба забивается в угол, ей не хватает воздуха. Если это произошло, обязательно увеличьте аэрацию воды. Дозировка Easy Balance 2,5 мл на 10 литров аквариумной воды еженедельно, соответственно, если мы делаем это место подмены воды. А также, как и любой другой кондиционер, используя Easy Balance, обязательно перед использованием нужно тщательно его взболтать. Для того, чтобы равномерно распределились по всей жидкости все элементы. На что есть осадок, опускается осадок. Вот так вот про Easy Balance. Но и все-таки стоит отметить то, что если аквариум действительно серьезно загрязнился, то все равно Easy Balance не поможет, все равно нужно будет делать сифонку и нужно будет мыть фильтр в любом случае. Если загрязненность сильная, я не рекомендую надеяться все и все надежды полагать именно на этот кондиционер. Ну и давайте немножко еще остановимся на Goldfish Easy Balance. Из названия уже понятно, Goldfish, да, золотые рыбки. Я и нарисованы на картинке золотые рыбки и Easy Balance, как и здесь. Из названия понятно становится то, что он больше предназначен именно для золотых рыбок. Почему так? Почему Goldfish отдельно от обычного Easy Balance? Да все дело в том, что в простонародье золотых рыбок называют хрюши. На самом деле вода становится от них еще грязнее. Поэтому формула нужна еще сильнее. Именно поэтому для Goldfish, для золотых рыбок сделали Easy Balance отдельно. Формула немножко другая. Вот и вся разница. Все остальное абсолютно идентично. Также стабилизирует pH, KH, также опускает нитриты. Все то же самое. Также подмена воды до 6 месяцев сокращается. И наполняет аквариум витаминами, микроэлементами и минералами. Вот и вся разница. Единственное, что еще скажу, то что Goldfish Easy Balance немножко дороже, чем обычный Easy Balance. На этом про Easy Balance мы закончили. Поехали дальше. Следующий интересный кондиционер для аквариумной воды – это AquaSafe. AquaSafe предназначен для подготовки водопроводной воды в воду, пригодную для обитателей аквариумных рыб. В состав входит интересная формула биоэкстракт для здоровой прозрачности воды. В чем смысл? Друзья мои, давайте представим, что ребенок захотел рыбку. Говорит: мама, папа, купите мне рыбку, срочно хочу рыбку. Соответственно, мы идем в магазин, покупаем рыбку, и наступает момент истины. Вода должна быть подготовлена для аквариумных рыб. Иначе рыбка просто умрет, потому что вода содержит хлорку и все такое. Плюс нужно, чтобы прошел еще азотный цикл и так далее. Кстати, об этом вы можете посмотреть отдельное видео про азотный цикл. Есть на канале Паружа. Там все подробно рассказано. Так вот, смысл в том, что с помощью этого средства вода становится очень быстро пригодной для аквариумных жителей. Для любых аквариумных жителей.
Данная жидкость нейтрализует вредные для рыб вещества, содержащиеся в водопроводной воде. Хлор, соответственно, распадается. Тяжелые металлы, такие как медь, цинк, свинец и так далее. Помимо того, что вредные вещества AquaSafe убирает, но добавляет жизненно важные вещества, находящиеся в естественной среде обитания рыб. Это и йод, и магний, необходимый для роста и хорошего самочувствия. А также в AquaSafe добавлен витамин B1, который уменьшает стресс у аквариумных рыб. Вот такая вот штука. Кстати, цена вопроса вот такой вот маленькой баночки на 100 мл порядка 220-230 рублей. И последнее, что хотелось бы сказать, что данное средство добавляется 5 мл на 10 литров аквариумной воды. Следующий, часто встречающийся кондиционер для аквариумной воды в любом зоомагазине и в аквасалонах, это от компании Tetra Crystal Water. Для чего он нужен? Друзья мои, если AquaSafe, который мы только что рассматривали, нужен для того, чтобы подготовить воду, чтобы водопроводная вода стала пригодной для аквариумных жителей, то Crystal Water делает воду кристально чистой. Не секрет то, что вода в аквариуме часто мутнеет. Особенно это касается новых аквариумов. Так вот, Crystal Water создан именно для того, чтобы вода стала кристально чистой, даже если она вдруг помутнела у неопытного аквариумиста. Crystal Water практически не имеет цвета и практически не имеет никакого запаха. Как он действует? Попадая в воду, он связывает маленькие частички, находящиеся в воде, муть эту самую, объединяя ее, слепляя ее в крупные частички, которые, соответственно, либо падают на дно и убираются с помощью сифонки грунта, либо убираются через фильтр. Поэтому идея очистить воду с помощью Crystal Water всегда очень хороша. Не нужно бояться. Соответственно, конечно же, все начинают делать подмену воды, это правильно. Очищают стенки, это тоже правильно. Но Crystal Water все это дело убирает легко и просто, и без каких-либо усилий. Хотелось бы еще сказать, часто встречается такой вот вопросик. Рыбе становится плохо, говорят, после Crystal Water. Однако, хочется заметить то, что если залить, когда вода мутная, Crystal Water, вода станет действительно чистая буквально через несколько часов, а лучше, если зальете вечером, а на утро уже вода точно будет чистая. Примерно 6-8 часов нужно на полную очистку. Максимум, если уж прям вообще мутная вода, то максимум 12 часов хватит вполне. Так вот, рыбке становится плохо не от этого средства. Оно на рыбку никак плохо не влияет, а от того, что она уже была до этого в мутной плохой воде. Поэтому бояться и читать плохие отзывы о Crystal Water не нужно. Используйте его. Средство очень полезное и очень нужное. Для тех, кто будет этот препарат применять впервые, скажу вам, друзья мои, после того, как вы внесете данное средство в аквариум, появится небольшая муть, такое в виде облачка. Его бояться не стоит, оно совсем безвредное и никак плохо на рыбку не повлияет. Вода немножко окрасится, и это нормально. И дозировка данного средства такая же, как и у других ранее сказанных кондиционеров от компании Tetra. Это 5 мл на 10 литров воды в целом. Конечно, там бывают нюансы, в зависимости от того, какой аквариум. Если у вас аквариум от 500 литров или даже тонну литров, там уже дозировка идет немножко другая. Но будем ориентироваться на большую массу аквариумистов, у которых аквариум не больше 250 литров. Следующий на очереди кондиционер – это pH и KH-. Уже из названия становится понятно, для чего он нужен. Да, дорогие друзья, для того, чтобы понизить pH и KH воды. Понижает данное средство pH до 7,5, ну и, соответственно, понижается карбонатная жесткость до 4 примерно, что соответствует идентичным тропическим водам. И данное средство подходит не только для пресноводных, но и для морских аквариумов. Подробная инструкция в этом кондиционере находится под вот этой этикеточкой. Ага, вот оно, вот так не хочет открепляться, но не столь важно. За счет чего понижаются здесь показатели? Все очень просто. Дело все в том, что понижается уровень карбонатной жесткости, который, в свою очередь, идет к снижению значения pH, о чем и говорит сам производитель данного средства. Соответственно, он подходит не только для новых запущенных аквариумов, но и для старых. Единственное, что нужно понимать, то что данные показатели нельзя понижать резко.
То есть все это дело должно происходить постепенно и плавно. Помимо этого, Тетра гарантирует то, что понижение этих показателей PH и KH будет не то, что не быстрым, а хватает его надолго. То есть один раз понизили, и долгое время данные показатели держатся. Поехали дальше. Друзья мои, а сейчас перед нами Тетра Витал. Пожалуй, один из кондиционеров, которым пользуются практически все аквариумисты, которые хотят видеть свою рыбку здоровой. Да, это можно сказать то, что это витамины. Жидкий кондиционер обеспечивает хорошее самочувствие, насыщенный окрас и жизненную стойкость рыбкам. Создает среду, идентичную природным условиям обитания рыб. Хочу заметить то, что данное средство сделано на основе йода, растворимого в воде, ну и витамина, конечно же, витамина В, служащий для усиления роста растений и создания благоприятной среды для микроорганизмов. За счет того, что это средство сделано на основе йода, у нас будет обзор отдельный, как подобное средство с помощью йода сделать в домашних условиях. Но это ничего не говорит о том, что не нужно им пользоваться. Им нужно пользоваться, если вы хотите, чтобы ваша рыбка была здоровой и чтобы среда обитания ее была примерно такой же, как в естественной среде. Данным средством пользуются во время различных болезней рыб, во время лечения. Но не только. Если в качестве профилактики добавлять это средство, то его добавляют примерно один раз в 4 недели, то есть один раз в месяц. Дозировка, как у большинства кондиционеров от компании Tetra, это 5 мл на 10 литров воды. Ну, соответственно, один раз в 4 недели – это профилактика. Если же вдруг ваша рыбка переболела чем-то, или ей нужна какая-то дополнительная помощь, соответственно, это средство можно давать и нужно давать чаще. Давайте теперь вспомним и о растениях аквариумных. Перед нами сейчас Planta Pro Micro. Для чего нужен данный кондиционер? Соответственно, данный кондиционер – это жидкое удобрение для здорового и бурного роста аквариумных растений, которое подходит для еженедельного внесения. Как обычно, дозировочка вся указана здесь, на упаковочке. Добавляя в аквариумную воду данное средство, вы добавляете быстро усваиваемые микроэлементы и витамины, доступные для растений в форме. Естественно, благодаря этому средству аквариумные растения становятся красивыми, зелеными, либо наоборот насыщенными красными, смотря какие у вас растения. Всегда ведь хочется, чтобы в аквариуме были пышные, красивые растения, если это видовой аквариум. Ну и, конечно же, чем пышнее, чем лучше будут расти растения, тем меньше будет в аквариуме водорослей. Об этом тоже не нужно забывать. Дозировка данного средства 2,5 мл на 20 литров аквариумной воды, опять же, еженедельно. То есть, каждый раз можно его добавлять после подмены воды, если вы регулярно делаете подмены воды. Поехали дальше. А сейчас перед нами похожий кондиционер для воды. Опять же, для растений. Плантамин. Давайте все-таки посмотрим сразу на тот, на другой. Потому что они часто встречаются оба в зоомагазинах, в аквасалонах. Чтобы вы не путали, чтобы вы знали. Если вот это средство Planta Pro Micro на еженедельной основе применяется, то плантамин применяется раз в месяц. Дело в том, что в этом средстве действующее вещество, питательные элементы, также содержатся в удобной формуле, доступной для растений, но они действуют достаточно продолжительное время, в течение 4 недель. То же самое, укрепляет растения, гарантирует длительное и эффективное снабжение питательными элементами. В принципе, очень похоже с этим, но разное время действия у этих препаратов. И вот этот кондиционер добавляется 5 мл на 20 литров аквариумной воды, ну, соответственно, ежемесячно. И встречается он также в 100-миллилитровых упаковочках, 250-миллилитровых и в 500-миллилитровых упаковочках. Других не видел. Ну и, конечно же, Тетра компания уверяет о том, что, применяя это средство, вспышек водорослей никаких не будет. Поехали дальше. Еще одно популярное средство от компании Тетра – это Алгумин Плюс. А в этом средстве сам производитель пишет то, что он эффективно удаляет все типы водорослей. Однако вестись на эту удочку не стоит. Данное средство используют в основном в качестве профилактики. Водоросли разрастаются при чрезмерном освещении или избытке
питательных веществ. Для предотвращения роста водорослей следует снизить уровень фосфатов PO4 и нитратов NO3. Для этого, кстати, может подойти и Easy Balance, о котором мы уже говорили. Либо можно использовать в данное средство Алгумин Плюс. Могу также добавить то, что от бурых водорослей помогает не особо хорошо, или даже, можно сказать, практически не помогает. И еще хочется добавить то, что данное средство Алгумин Плюс можно использовать только для пресноводных аквариумов. Никогда для морских аквариумов данное средство использовать нельзя. Поехали дальше. Друзья мои, также часто в аквариумах у любителей встречаются черепашки, красноухие, также трехкилевые. Так вот, перед вами средство RepTofresh. Данное средство создает чистую воду в аквариумах, устраняет неприятный запах. А запах от воды, там где содержатся черепашки, всегда очень неприятный, очень быстро портится. Ускоряет естественное разложение отходов. В его состав, кстати, входит раствор перекиси водорода, а также освежитель, который предотвращает процессы гниения. Вот такая вот вещь. Добавляют RepTofresh 10 мл на каждые 50 литров аквариумной воды. Соответственно, используя данное средство, подмены воды можно будет делать реже. И это радует. И, кстати, данное средство, вот маленький флакончик, стоит 519 рублей. Я считаю, что это не очень дешево, даже дорого для такого средства. И если вам лень за ней убираться постоянно, тогда, конечно, нужно использовать его. Еще один кондиционер, который не могу обойти стороной, это RepTosafe. Понятное дело, то, что у каждого живого организма, особенно такого, который живет в воде, есть свои потребности и свои какие-то предпочтения к воде. Вот если у нас уже был обзорчик, и мы уже говорили про AquaSafe, то это средство делает водопроводную воду пригодной для аквариумных рыб. Это средство RepTosafe делает водопроводную воду пригодной для рептилий. Соответственно, он связывает металлы, хлорамины, хлористые соли и так далее, и делает водопроводную воду пригодной. Плюс тут же также, конечно же, есть витамины, уменьшающие стресс, а также такие вещества, которые следят за кожей земноводных и защищают его, соответственно. А у меня пока что на этом все. Как я уже сказал ранее, будет целый цикл сделан такой небольшой, разных производителей, разных средств, которыми пользуюсь я и которые часто встречаются в любых зоомагазинах и аквасалонах. Потом мы все эти видео объединим в одно, и у нас будет одно полноценное большое видео, которое будет посвящено именно различным кондиционерам, таблеткам, капсулам и так далее. А у меня сейчас на этом все. Всего вам доброго и до новых встреч в новых видео. До свидания. Обязательно подпишитесь на наш канал.